Коллеги, мы начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную старту «Зенита» в единой лиге ВТБ. С нами главный тренер Чеду Паскуаль и игрок баскетбольного клуба «Зенит» Денис Захаров. Давайте начнем с вопросов игроку и побыстрее его отпустим. Let's start with the questions. Кто начнет? Я могу. Пожалуйста. Андерка, может, давай, Денис, вот насколько такой соперник в лице МВА – это хороший, легкий старт сезона? Не могу сказать, что это легкий старт, так как перед игрой тренера предупреждали, что эта команда имеет, так сказать, мастерство, поэтому не расслабляться. Вот даже был какой-то момент во второй четверти, наверное, что мы расслабились, поверили после хорошего старта, что легко пройдет игра, но они показали, что это не будет так, и, собственно, боролись. Кто еще? Пожалуйста, Ирина. Добрый вечер, Денис. Ирина, журнал «Зенит», «Овца». Я хотела спросить, с каким настроем вы выходили на эту игру по сравнению с игрой на Кубке Кондрашина и Белова? Мы посмотрели опять видео, сделали работу над ошибками, которые совершили в предыдущей игре, и поэтому были максимально настроены, сконцентрированы, ни в коем случае не расслаблялись, так как это первая игра, тем более при домашних трибунах, были максимально заряжены и готовы. И, собственно, хорошо, что убили. А все ли удалось, как вы думаете, после работы над ошибками? Многое. Естественно, у нас еще есть куда расти, это первая игра сезона, мы узнаем друг друга, но, я думаю, для старта неплохо.